Так что компания моя процветает, на меня работает 1500 человек. Все классные специалисты. У нас в этом году прибыль 12%, в отличие от 10% в прошлом году. Опять же говорю, классные специалисты, старательные, веселые. Мы даже иногда праздники вместе проводим, так что все в порядке. И позвольте задать мой последний вопрос. Каковы ваши планы на ближайшее будущее? А вы знаете, так как фирма моя уже работает сама на себя, я думаю, что в этом году я займусь уже своей личной жизнью. Хочу все-таки достроить дом, чтобы мы туда с семьей переехали. Я для детей строю небольшую конюшню. Так что в ближайшее время буду заниматься своей личной жизнью. Спасибо большое. Это все. До свидания. До свидания. До свидания. Павел Петрович. Да ничего страшного.